Немного пасмурно сегодня. Антон решал вопросы, трудно ли быть богом ему, и сколько стоит доза радости, если печаль не стоит ничего, и хочет ли он быть там, где все решено. Собачьи глаза намокли каплями, скулит душа, скребет лапами. Полные пакеты, папирос, минеральная вода и письма с букетами роз. Собачьи глаза намокли каплями, скулит душа, скребет лапами. Полные пакеты, папирос, минеральная вода и письма с букетами роз. Куда течет река и где берет начало она? На волнах, снимая мокрую одежду, перемешку с пеной и надеждами, к югу мокрой спиной. Зачарованный снежной красотой стоял Антон, белым бархатом горы сверкали каратами там. Тот стоп-кадр плавно, так как надо, неторопливо снег таял, превращаясь во влагу. Все будет как обычно, подумал он. Миллионы хлопьев спустят горы и утонет мечта. Сегодня днем судьба обещала Антону новые силы, все самые сильные стороны. Обнаженные тела на земле переплетались, руки гладили пальцы, вонзив ногти в талию. Там, где мать смотрела фотографии детей и вместе с ними копалась в хроники дней. Болеет Антон, замерзает. В городе дуют ветра, на порывах пьяный воздух изо рта. Кривые рельсы, стальные полосы, в окне вагона горит бордовый закат. У перрона полные дамы дарят за деньги то, чего не хватает. Хватило вчера, а уже понедельник мается. Ольгин, остановка, площадь Ленина. Антон заснул еще на удельник, как будто пьяный в стельку. Во сне его навестила тетя Вита. Мать, отец и друг Никита говорили слитно. Видно, трудный день был вчера, заметно это. Антон был дома, но в этом доме ветра. И как этот чертов мир станет моим, если меня может предать моя мать? Куда мне деться от мутных глаз тех людей? Ведь я же вырос с ними, и в чем причина злобы моей? Дома из окна машины мелькали, Антон в городе теряет молодость. Его встречали грозди пыльной рябины, глаза детей невинных, будущих психов, объебанных спидом. В сторону, где горели огнем шпили, псы рычали в спину проезжавшему мимо Антону. Сколько лет этот город тонет под накипью, в один момент он закроет глаза его. Куда течет река и где берет начало она? Все-таки вопросы мучили. На следующий день Антон уже выбрался в центр, метр за метром прямо к храму, но сперва решил зайти в шаверму. В таких местах обычно прожигает время личности, но здесь было все как-то нетипично. Слишком много спичек, слишком много салфеток для рук, слишком много камер на стенах и никого вокруг. Не было привычных глаз, пустых перечниц, девиц в фартуках, пение певиц в динамиках. Паранойя окутала Антона в миг, долбила по ушам, тик-тирик-тик, не буди. Пока еще не судим, откуда эти вопли, голоса капли, собачьи глаза намокли. Душа настойчиво тянула к храму, но обезображенное худое тело как-то сидело упрямо. Наверное, все-таки трудно быть богом, и быть ли им вообще богом быть? Зачем, Антон, запей? Я замерзаю в городе, дуют ветра в городе, летают пули, в любое время замерзает тело. Тем интересно, время кормит демонов, время, где моя вера. С утра я направлялся к храму, но под вечер опять заснул на удельный. А вот уже и вторник задает свой ритм. Как я мог убивать время, будучи сам убитым, полуукрытым, полуодетым, валявшимся у сцены? Меня будили пьяные бармены. Капли, собачьи глаза намокли каплями, скулит душа, скребет лапами. Полные пакеты папирос, минеральная вода и письма с букетами роз. Собачьи глаза намокли каплями, скулит душа, скребет лапами. Полные пакеты папирос, минеральная вода и письма с букетами роз. Собачьи глаза намокли каплями, скулит душа, скребет лапами. Полные пакеты папирос.